25 августа вышел второй приказ о зачислении на контрактную форму обучения абитуриентов Казанского федерального университета. Приказом было зачислено 1659 человек, включая очную и заочную форму обучения, а также магистратуру. На сегодняшний день на контрактную форму обучения зачислен 5741 абитуриент. 107 человек оплачивают за счет средств материнского капитала. Есть, скажем, определенная категория граждан через агентство инвестиционного развития. Агентство инвестиционных программ будут оплачивать. Но вот те, которые оплачивают за счет средств организации и физические лица, оплачивающие за счет собственных средств, вот они попали в приказ. Однако это не окончательные цифры. В сентябре выйдет приказ о зачислении в Казанский федеральный университет иностранных граждан. Большинство из них только проходит вступительные испытания. А также имеются абитуриенты, которые заключили, но еще не оплатили договора на обучение. Это в основном ребята из СНГ, потому что достаточно серьезные сложности у них с оплатой. У них есть большая разница между банковским курсом доллара и курсом доллара реально на рынке, который они могут купить. И в связи с этим они, конечно, в два раза вот эту вот разницу имея, стараются встать в очередь в банк и получить по госкурсу возможность оплатить контрактное обучение. Во-первых, у них срок 3 месяца, в течение которого они могут ожидать, что им деньги эти выделят. И второе ограничение – 100% им никто не выделяет, им выделяют только 50% стоимости контракта. В следующий приказ о зачислении войдут абитуриенты, которые к 15 сентября оплатят договора. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюз.